Нет, мы с этой стороны будем ждать представителей. Если он рабочий день, сказали, все на работе. Мы на работе, но подождите. Нет, не будем ждать. Мы уже две недели ждем. Две недели ждем. Я руководитель аппарата. Прекрасно. У нас отопления нет. Нет, мы будем здесь, к нам еще сейчас подходят. Сейчас соберут сюда 14-ми краем. За нас не переживать, у нас чай. Это не политический митинг. Вы подчеркиваем, где вы работаете. Вас, Нагаев, отсчитался, что город готов? Где готов? 14-ми краем весь мерзнет. А он отдыхает дома, да? Сегодня не праздник. У вас должны быть выслуги народа без выходных работ. В чем дело? Мы не работаем. На пусть сюда. Но вопросы не решаются. Вот пусть сюда. Вот. Ждем. Нет, мы будем здесь. Наше место встречи здесь. Давайте подходить сюда. Подъезжайте, пусть сколько можно мерзнуть уже. Это что такое? Мы на республику да везде. А что? Отчет сделали, что есть тепло, нет тепла. Как отчеты, так отчеты у них. Нет, мы здесь будем. Вызывайте всех сюда. Давайте, куда? Давайте. Вот представитель типа акиматовского этого, областного акимата. Так, смотрим, товарищи. Дедушку нашего выпустите. Да, двери закрыли, представляешь? Открывайте, народ пришел. Кошмар. Так, короче, вот, областной акимат, товарищи. Жильцы 14-го микрорайона пришли, дверь заперли. Посмотрите, на все эти ключи закрылись. Боятся. С нами старичок был, его завели, дверь заперли. Теперь отопления нет и не собираются подавать. 14-й микрорайон. 26-й, 28-й, 29-й, 30-й, 32-й, 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 и так далее. Вот сейчас показуху сделали, пришел городской представитель какой, жилищной инспекции. Да. Я первый раз, я только принял на работу, пришел на работу. Это что за издевательство? Люди, вот дети, взрослые, уже замерзли. Мы что, весны что ждать будем? Обнаглели, ТВС валит на ЖЭК. ЖЭК валит на ТВС. Когда это кончится? Зато Нагаев отчитался перед остальной, что город у нас готов к зиме. Что за хамство? Это когда? Значит, сегодня праздник, но сказали, все работают. Где? Подожди. Давайте. Мы требуем тепло. Это не политическое тут собрание. Мы просто тепло требуем, воду. Это что такое? Мало того, в прошлом году не было. Акт никто не составил. Ни за отопление, ни за отсутствие горячей воды никто не снял. Что за хамство? Зато насчитали отопление с октября месяца. В три раза подняли тарифы. Вообще, что ли, обнаглели? Давайте, вот выходит пусть представитель областного акимата, потому что городской акимат — это вообще бестолковая организация. Ходит показательно-то таким. Что за хождение? Представитель нам прислал. Что за издевательство? Еле ТОРФ разбудили директора. Спят они. Им неплохо, да? А мы сколько будем терпеть, пока лето, что ли, наступит? Так, давайте, выходите. Вы тут, Саша. Там баррикады вынесли. Бесполезно обещаться. Уже с февраля месяца у нас нет отопления. С прошлого люди года. Мёрзли, с прошлого года. Да. Обещали летом сделать. Никаких сдвигов нету. ЖЭК вообще не реагирует на нас, жидки не берет. Дома отопления нету. Обогревателями обогреваемся. Как это что за дела? ЖЭК мне не принимается. Почему-то в 37-м доме живой нету лет. У них есть отопление. Почему у нас нету? Куда здесь?